Мамин день должен быть самым ярким и беззаботным. Но как пойти на праздник без своего чада? А если их несколько? А если погодки? О том, как сделать мамин праздник одинаково интересным для взрослых и детей, позаботились одинцовские активисты. Организация «Много нас» совместно с Общественной палатой Одинцовского района, благотворительным фондом Оксаны Федоровой и Содружеством раннего развития придумали разделить фойе спортивно-зрелищного комплекса на 20 интерактивных площадок, где нашлось занятие по душе каждому. Здесь есть, работает большое количество площадок как для деток разных возрастов, даже подростков. И мам, это зона красоты, которую впервые мы делаем, и там ажиотаж, честно говоря, несмотря на то, что мамы пришли с детьми, кто-то подстраховался с папочками, а кто-то и отдал своего ребенка в распоряжение психологов. Сегодня общественные организации стали лидерами, инициаторами данного мероприятия. Ну, конечно же, по инициативе Андрея Робертовича Иванова он дал отмашку, чтобы они сегодня все свои желания исполнили, чтобы все встретились, пообщались, чтобы все были при деле. Одна из самых популярных секций – территория красоты. Здесь и консультация косметолога, и легкий мейкап, и прическа на вечер. К парикмахеру-стилисту Елене выстроилась очередь. Спрос на красоту во все времена велик. Какие у вас самые любимые, может быть, самые рейтинговые сегодня прически? Какие? Вы знаете, все. И кудри, и плетение, все востребовано. Ну что в моде у мам сегодня в первую очередь? Наверное, больше локоны. Фестиваль предполагал конкурс рисунков и фотографий. Председателем жюри выступил знаменитый художник Ренат Шафиков. А это интеллектуальная площадка для молодежи. Интерактивные экскурсии – проект администрации Одинцовского района. Программа «Иллюстратор» школьной программы. И это выезды детей. Когда дети готовы выехать на экскурсию, они приезжают уже готовые. Для этого им нужно пройти определенные тесты, что они сейчас делают лучше своих родителей. Вот наши друзья сейчас из школы «Надежда» творят чудеса. А вот девочка Алена только что стала абсолютным победителем и выиграла не только для себя, а для всей своей семьи 10% скидку на эти экскурсии. Фестиваль «Вселенная по имени мама» объединил разные семьи, но особое внимание к многодетным. В Одинцовском районе 2254 многодетных семьи, где воспитываются 6800 детей. За вклад в реализацию социально значимых программ благодарственные письма от главы района получили активные многодетные мамы. С каждым годом гражданскую активность проявляет все больше женщин. Семья, дом, работа. К этой цепочке добавилась и общественная деятельность. Жизнь ставит перед современной мамой огромное количество задач. Нужно везде успевать, нужно успевать и дома, и на работе, и в семье, и в взаимоотношениях с мужем. И, конечно, иногда это нереально все осуществить, но тем мамам, которые ставят в приоритет свою семью и вот атмосферу уюта и добра и тепла в доме, она, у нее все получается. Ей вот как-то жизнь помогает. Звездная телеведущая Оксана Федорова, открывая фестиваль, поздравила всех мам с праздником любви, доброты и красоты. К теплым речам присоединились артисты продюсерского центра «Эколь», школы танца или «Дэнс», а модный дом Веры Домакош приодел одинцовских мам и дочек в стильные наряды. В первую очередь хочу поздравить всех мам России. Если есть у вас, вас также поздравить. Пожелать всем здоровья. К сожалению, у меня рано мама ушла. Ну, я мама двух детей, замечательных дочек. Я пожелаю вам радости. Радости от каждого дня, от успехов своих детей, от их улыбок. И веры в то, что все будет хорошо. Детки вырастут, и вы станете счастливыми бабушками. А мамам хочу пожелать, ну, в первую очередь, это здоровье. Потому что здоровые мамы, счастливые мамы и веселые мамы. Хочу поздравить с праздником всех мам, пожелать здоровья, счастья и большой любви всем. За поддержку мероприятия и активность мамочек Одинцовского района поблагодарила и Елена Фоминых, президент Ассоциации многодетных семей Подмосковья «Много нас». Вечер был полон сюрпризов и подарков. Ведь День мамы – это как день рождения, на котором в этот раз было почти 2000 именинниц. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».